Тюмени продолжается возведение храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Напомню, он строится на пересечении улиц Гастелло и Баумана с благословения митрополита Тобольского и Тюменского Дмитрия. Работы начались в 2021-м. Всего пределов будет два. Центральный в честь Покрова Божией Матери, дополнительный в честь святителя Спиридона Тримифунского. Оба образа святых особо почитаются во всем мире. Храм будет выполнен в русско-византийском стиле, в трех цветах. Подобного в Тюмени нет. Он необычен. Обычно у нас храмы строились, ну, в русском стиле. Они были всегда у нас поштукатурены, побелены, беленькие стояли. Вот. А этот храм, он сделан из облицовочного кирпича. Он у нас еще будет выполнен всякими декоративными элементами. И колоннами, и полуколоннами, и пиастрами. Храм строится на пожертвования благотворителей. Сейчас для его возведения требуется строительное оборудование и материалы.